Дима, всем привет-привет, скажи. С вами канал Art Money. Дима нашел резиночку старенькую, из которой выходят нитки. И ею сейчас занимается. Где уж ты ее нашел, непонятно. Мохнатенькая там какая. Мягкая, да, мягкая. Мягкая такая, да. Мохнатая такая. И та мягкая. Да, и та мягкая. И та мягкая. Тут. Да, хотя резинка была очень плотная. Это была от моих штанов. Штаны-то вроде так мне не в обтяг, нормальная. А резинка прям очень сильно сжимала. Невозможно. И потом она порвалась таки. Это вот как раз резинка от моего спортивного костюма оранжевого. Ярко-розовый, который. В котором я периодически появляюсь. Крутится. Крутится, да. Катается, да? Катается. Вот так вот. Сильнее катайся, вот так вот. Сильнее, да. Вот так вот катайся, да? Прыгает. Прыгает. Да? Прыгает. Вот так высоко, да? А как высоко, да? Высоко, да. Прыгает высоко, да? Да. Да, и трясется. Трясется. Стоит, да? Стоит, да. Да, вот так вот. Упала еще. Упала, да. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Козырек упала, да? Да, на холодильник упала. Вот так вот. Вот так вот. Трясется, да? Трясется, да. Вот так вот трясется, да? Да. Смотрите, какая у нас красота. Какая луна. Какая красота. Сейчас еще были облаки. И было очень красиво. Ну вот тут вот, смотрите, какие клевые. Лаки я нашла. А вот сфокусировалась. Они, короче, блестят так классно. Там вот, не знаю, не особо заметно. Ай, вляпался. А, ну вот вообще-то видно. Я очень. Вот, наверное. Короче, не знаю, что-то плохо фокусирует. Плохо. Но оно прям это так блестит и синеньким, и зелененьким, и красненьким где-то. Такой вот. Вот он лак. Так вот. Я его покупала. Купа. В фикс прайсе. Прайсе. Лак для ногтей. Прайсе. Купа. Вот он купа, да? Вот купа. Листочки такие вот. Плотненький листочек. Всего лежит. Я хочу на этом листочке написать название своего канала. Канал. Не знаю, правда, получится, конечно, маленький. Маленький. Но можно попробовать. Изначально оставила, хотела использовать как палитру. Сейчас подумала, что было бы прикольно. Thank you.
получилось. А, ну вот вам видно, оно прям блестит так клево. Короче, у нас тут творческий самоподел. Да, пускай сохнет. Надо повыше убрать. И синенькое такое есть. Это я как раз покупал для таких вот всяких творений, чтобы вот покрасить что-нибудь. Кто долго меня смотрит, знает, что я крашу ими. Да, Дима? И у нас разговор двух лягушек. Начинай. Ну ты куда ушел-то? Там, стой на месте.